состав входит в меню, папка для счетов, флеш, визитка, кредит, корпоративный, персональный. Для оформления внутренних частей документации использована стилизованная морская карта с добавлением полукруга света, которая символизирует море. А также в состав проекта входит внутренние аксессуары. Это посуда, салфетки, столовые приборы, форменная одежда для официантов. Также был разработан дизайн упаковок, коробка для игры с собой наполнена системным пакетом для оформления звуковых частей с полным платом. Также в состав входит сайт ресторана, который страничный. На главной первой странице сайта располагается предложение для бизнес-ланч. На второй странице о ресторане истории, в третьей странице это меню. Меню сделано в виде фотографий, на наведение курсором, на него там следующее описание будет его состав. Четвертая страница это видео, тоже материалы. Описание событий, которые мы должны прийти. Пятая страница это схема проезда и фотографии. Все папки, которые нужны для счета,
второй. Я не планирую сегодня второй печатать. Мы давали по всем. Нет, там контроль. Ладно. Нормально. Вот, вот просто я вот так смотрю, что вот качество их печати давали. Это цифровое, да, потому что здесь не нет, вы файл видно преобразовали по качеству шрифта, вот отображение, разумно получилось. Нет, я в тифу. Вот, что тифу, это все и дело. Мы с вами обсуждали, когда занимались. Шрифт нужно сдавать в кредит. Распирается, из-за этого качество размыто, это значит, это просто... Сказать, чтобы не потерять шрифты, нужно там слить, я как-то слить. Ну, уже пойду знаю, как делать, чтобы не потерять шрифты. Мы же все умеем. Просто это значительно, как бы, вот ты смотришь на визитку, она была намного лучше и прекраснее смотрелась, если бы она была правильно сдана. Чай, и правильно же печать. Понимаете? Она вот вся как бы размазана. Ну, вы брали же ее? Разные были стекс, разные. Это извините, из-за этого такой шрифт? Потому что вы шрифт сдали уже в том формате. Надо было либо ПДФ вставить, либо иллюстратор. То есть собрать это в иллюстратор и сохранить как ПДФ. Да, перевести в кривые и сохранить как ПДФ. У вас было очень хорошо иначе. Просто это очень важный момент, да? Я очень люблю. Вот учтите, да. Она справилась со своим проектом дипломным и показала хороший результат.